Помните, как в 1996 году власть пугала коммунистами россиян? Выпустили газету, не дай бог. Сейчас новая страшилка есть. Ролик, смотрите впереди. Довольно забавный ролик, который придумала власть против КПРФ. Что ближе всего к коммунистической идее? Почему Ленин – это последователь Христа? Коммунизм – это христианство 21 века. Если бы Христос был сегодня жив, он поддержал бы манифест коммунистов. Кодекс строителя коммунизма основан на Нагорной проповеди Христа. СССР – главный христианский эксперимент в истории. Построение Царства Небесного на Земле – дело коммуниста Ленина. Геннадий Зюганов сможет повторить успех Ленина и Христа. Голосуем за сильную, святую социалистическую Россию.